Итак, добрый день, уважаемые телезрители и родители. Второй день Кубка Нижнекамска стартует с матчем с «Нефтехимиком». Наши ребята в синем. Стартовый состав: Брагин, Краснов, Карпетян, Гайзидинов, Заганов, Шакиров и Сарваров. Наша команда с левой стороны. Ну, судя по тому, что пошли приветы, да, я понимаю, звук пошел. И дан старт матча. Карпетян Малик накрывает удар. Газидинов подхватывает сам и зарабатывает аут. Первый аут в этой игре. Брагина Загайнова. Шакиров. Гайзидинов через Карпетяна. Краснов. Обратно Карпетяна. И поменять надо фланг атаки. Да, Краснов увидел Сарварова. Гайзидинов. Контроль мяча команда «Строитель» показывает. Команде «Строитель» замена вместо Гайзидинова на поле появляется Кульбарисов. Сарваров пока в этот момент подхватывает мяч, сам по флангу проходит и зарабатывает аут. Быстрый ввод мяча. Загайнов через Краснова. Краснов на Брагина. Брагин на Карпетяна. Кульбарисов. Неточная передача. Вынужден Карпетян теперь бороться. Шакиров вернулся, помог своим. И отличная передача на Кульбарисова. Загайнов. И выход один на один. Удар. Еще удар. Опасный момент создают наши ребята. Первая атака. Сильно вперед. Далеко вперед. От ворот до ворот выбивают вратарь «Нефтехимика». И Сарваров по бровке прорывается. Передача на Шакирова. В последний момент игрок «Нефтехимика» успевает поставить ногу. Кульбарисов. С мячом Сарваров.
На поле вместо Шакиров появляется Тихонов Тимофей. Ой, какая ошибка. Ой, Карпетян из пустых ворот достает сейчас мяч, спасает команду. Допустили грубую ошибку при передаче, и чуть было команда «Нефтехимик» не открыла счет в матче. Вместо Кульбарисова сейчас будет замена. На поле появляется Юмангулов. Тимофеев. Ой, прошу прощения, Тихонов Тимофей. Юмангулов. Передача на Тихонова. Сарваров, удар. И рядом со штангой пролетает мяч. В команде «Нефтехимик» замена команд шестерки. Тихонов поборолся, отобрал мяч. Счет пока Ильгиз 0-0. Брагин должен... Да, Брагин первый выходит на мяч. Сильно вперед на Сарварова. Сильная передача. Юмангулов перехватывает на Тихонова. Не получается передачу в Тихонова. Юмангулов успел перехватить мяч. Загайнов переводит атаку на Сарварова. Сарваров сильный прострел. Краснов. Карпетян на Брагина. Юмангулов перехватывает. Вместо Юмангулова появляется на поле Гатаулин. Перепалка начинается. И рефери довольно-таки жестко наказывает. Наказывает, да. У нас Гатаулин получает желтую карточку. За перепалку. Передача, удар, гол забивает, гол, Загайнов дальним ударом открывает счет в этом матче, в притирку к штанге, даже, по-моему, от штанги мяч залетел в ворота. Не надо сейчас спешить нашим ребятам.
не спеша вводит мяч на Краснова. Краснов ищет продолжение. Карпетян, Гатаулин. Назад на Карпетян. Ошибка. Брагин должен. Загайнов. Передача на Гатаулина. Загайнов. И в подкате игрок Нефтехимика выбивает мяч в аут. И на угловой выбивают игроки Нефтехимика. Загайнов будет подавать. Сильная подача. Краснов мимо мяча пролетел. Высоковато для Максима это была подача. А вот в пользу команды Строитель. На поле вместо Карпетяна появляется Холкин. Перехват в исполнении команды Нефтехимик. Прошу прощения, не увидел на поле. Появился наборчик Авдима вместо Тихонова. Сарванов. Контроль просит тренер, надо успокоить игру. Вместо Гатаулина на поле появляется Гайзидинов. В команде Нефтехимик смена. Выходит первая шестерка. Гайзидинов. Потеря мяча. Сарваров. А вот в пользу команды Нефтехимик. И отличная передача от Загайнова Гайзидинова в коридор. Прострел. Наборщиков удар. Не попадает сейчас Дима по мячу. Опасный момент создали наши ребята. И Нефтехимик сильно вперед. Холкин с лету. Вместо наборщикова появляется Шакиров. В этот момент команда Нефтехимик заработала угловой. Подача, и Брагин спокойно забирает мяч на Краснова. Отлично увидел Загайнова в центре. Передача на Гайзидинова.
Шакирова передача. Чуть-чуть не точно получается. Сарваров с Шакиром коллективно отобрали мяч. Краснов. Загайнов в центр. И вынужден Загайнов выбивать сейчас на угловой. Чуть-чуть не успел Ранель к передаче. Подача. И отворот. Кидай, 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 кидай дальше. И в подкате игроки Нефтехимика выбивают. Вместо Сарварова на поле сейчас появится Гатаулин. Еще раз аут. Еще раз аут. Отлично, Загайнов. Гатаулин спасает мяч. Сохраняет для команды. Для вновь присоединившихся напоминаю, счет матча по-прежнему 1-0 в пользу команды «Строитель». Брагин. Непонятно сейчас, что я сделал. Гатаулин срезал всю команду, отдал мяч противнику. Отличная тактика задержки матча. Отворот выбивать мяч с рук. Таким маневром Брагин сейчас для команды выиграл каких-то 20 секунд. Краснов. Холкин подстраховал. Сыграла сейчас команда. Везидинов передача на Загайнова. Вдоль ворот прям очень близко пролетел мяч. На поле появился Сарваров. И появился Тихонов Тимофей. Thank you.
Брагин. В последний момент ногу подставляет. Перекладина. Брагин. Успел Брагин сориентироваться, подставить ногу, отбить мяч. Ну и дальше заколдованная перекладина помогла. Смотри, Тихона, Тихона, смотри. И первый тайм заканчивается.